полно. Так, хороший будет ориентир. 9 апреля 2020 год, Харьков. Арена, что ли? Не вижу. Маленький экран. Посмотрим потом, какое расстояние до этой волны. Харьков, 9 апреля. Год. Километров 6 точно есть, наверное, да? Освещение, конечно, еще никакое. Даже солнце еще не встало. Великолепно. Только движение слоевой атмосферы. Прямо видно, как теплый воздух движется. Что там, 9 апреля 2020 год. Харьков, 6:00 по Киеву. Будьте любезны. Так. Уже и здесь колебания. Карантин.